Господа сантехники говорят большое спасибо. Ну, Иосифу Виссарионовичу, Никите Хрущеву, ну и Брежневу, в общем, всем тем, кто строил города. Потому что работы хватит всем. Потому что все, что было сделано, сделано из металла. А металл в особенности, металл, который работает с водой, с холодной, он долго не живет. И даже новостройки через 5-10 лет влачат, ну, очень такое, как бы сказать, стрёмное существование. Если не поменены на трубы, на пластиковые. То есть работы сантехником будет всегда. Каким сантехником и к кому обращаться? Для того, чтобы люди правильно сделали вам самую ответственную часть ремонта. То есть после выполнения работ, вот, допустим, фирмой «Водомер», у вас не побежит ни горячая, ни холодная вода. У вас не побегут батареи. И вообще вы на долгое время забудете о проблемах с водоснабжением, в том числе. Будут хорошо греть батареи, и вентиля будут крутиться. И счетчики битаровские будут работать и 4 года, и больше. Как работать с этой фирмой и надо ли ехать сюда на курортную поликлинику в офис 107? В общем-то смысла нет, потому что вот они телефоны, вы можете позвонить, девочки работают, телефоны многоканальные, примут заказ, и вы, не отходя от кассы, в смысле не отходя от своего любимого дивана, в общем-то все получите. Но, естественно, как же это так? И почему мы именно эту фирму рекламируем? Да потому что, ну, во-первых, я с ними поработал, и, пожалуй, это единственная контора, к работе которой у меня не было нареканий вообще. То есть мой знак качества на фирме «Водомер» я поставил. А теперь определимся, стоит ли искать сантехника, который поменяет унитаз, искать сантехника, который поменяет счетчик, искать сантехника, который проложит вам пластиковые трубы, искать сантехника, который... В общем, зачем, если есть одна фирма, которая легко справляется с этой задачей? И вот тут надо понимать, что без воды мы на территории России прожить просто не можем. Она нас поит, моет и согревает, а другого и не дано. Но вода в наших квартирах – это и возможная проблема, в том числе, потому как стандартная, исторически сложившаяся установка – это десятки резьбовых соединений, сделанных в некоторых случаях еще и тогда, когда у вас в планах не было. То есть при начале ремонта вам необходимо поменять все, и тогда вы точно никого не затопите и не кончаете свежесделанную квартиру, к примеру, черной субстанцией, находящейся в батареях. Так что тепло, трубопроводка, канализация и водопровод – это, пожалуй, самая ответственная часть ремонта. И к кому же правильнее обратиться-то? На самом деле человек может обратиться в трех направлениях. Кому можно обратиться? Первое направление – это нанять частника. Человека, у которого нет ни лицензии, ни фирмы, никакой ни организации. Это частные слесаря-монтажники, которые размещают свои объявления в газетах. Естественно, у них самая дешевая услуга. Самая дешевая услуга. Но никакой гарантии ответственности они за выполненную работу не несут. Второй вариант. Обратиться в домоуправление, к местным слесарям. Местные слесаря уже имеют большую ответственность перед заказчиком. Естественно, заказ уже идет через домоуправление. И, возможно, вам не откажут и выполнят какую-то работу. Но не все виды работ они оказывают, не весь спектр услуг они оказывают. Потому что у них материалов нет, магазина своего нет. Слесарь что может из домоуправления? Поменять унитаз? Может. Поменять смеситель? Может. Но не всегда он может заменить трубы. Металлические старые трубы на полипропиленовые и другие. Вот. Это второй вариант был. И третий вариант. Обратиться в частную компанию, которая все-таки, как наша, дает гарантию 4 года. 4 года реально. То есть, если вы в течение, допустим, 3-4 года эксплуатации обратились, что у вас где-то утечка, мы выезжаем бесплатно, устраняем эту утечку, потому что мы несем гарантийные обязательства перед клиентом и дорожим своей репутацией. И стараемся делать качественно и надежно, использовать качественный материал, потому что если я буду работать некачественным материалом, 4 года гарантии я не выполню. Я устану ездить, устранять утечки, это же за мой счет, мы же бесплатно обслуживаем 4 года клиента. Поэтому мы даем гарантию реальную 4 года. Кстати, из собственного горького опыта. Так получилось, что мой наемный сантехник 4-жды затопил моих любимых соседей. Ведь я же не знал про фирму «Водомер». Я с ней познакомился на финальном этапе.
Так что вы хотя бы на моих ошибках сможете научиться, причем в отличие от меня, отремонтировавшего затем ванну, коридор, туалет и кухню соседей снизу абсолютно бесплатно. Ну, естественно, в каждом человеке живет небольшой крысолов. То есть он пытается крысятничать где-то. То есть один поменяет санитехнику, один поменяет там трубопровод, один поменяет. А в итоге-то получается сумма-то совсем не маленькая. Дело в том, что я к вам обратился уже на собственном опыте. Я же не первую контору проехал, посмотрел. Цены меня приятно удивили. За счет чего удается выживать на таком рынке, где конкуренция просто велика? Первое, что можно сказать, что материал мы приобретаем в крупных оптовых предприятиях. Это Москва, Челябинск, Екатеринбург, Петербург. И, естественно, имея сеть магазинов, а у нас их 8 магазинов, это Челябинская область, сейчас открылись филиалы там в Новосибирске, в других городах. Имея сеть магазинов, мы можем брать материал по более низкой цене, потому что у нас есть объемы. У кого хороший объем, у того низкая цена. Соответственно, закупая по более низкой цене, мы более большую скидку можем делать своим клиентам. То есть цены у нас невысокие. То есть они соответствуют рыночным ценам. И когда клиент просит сделать скидку на материал, мы в основном идем навстречу. То есть мы от розничной цены делаем скидку. Второе, по качеству материала идет естественный отбор. То есть в течение 8 лет работы мы уже нашли марки производителей, которые соответствуют качеству. И этот отбор был произведен очень жестко на цене собственных ошибок. Если мы, допустим, взяли партию каких-то вентилей и хотя бы один бракованный появился из этой партии, мы от этой партии отказываемся, переходим на другого производителя. Сейчас уже есть определенные фирмы, бренды, которые наработаны. Если полипропилен, допустим, это труба «Контур». Это отечественный производитель, который находится в Екатеринбурге. «Лаутек» – хороший производитель, хотя и китайский, но качество исключительное, цена и качество соответствуют. Люди хотят дешевле, пожалуйста, дешевле. «Лаутек». Если вы хотите что-то дорогое, есть там бренд «Бугатти». Вентиль «Лаутек» стоит 120 рублей, «Бугатти» стоит 250 рублей, фактически в два раза дороже. Пожалуйста, у человека всегда есть выбор. Значит, мы все-таки ориентируемся на цену и качество, ищем золотую середину всегда. А мы решили проверить, как работает фирма «Водомер». Дело в том, что и ранее на центральном крытом рынке и на Завинягина напротив гостинки я видел павильон этой фирмы. Но приехали мы-то на стройдвор, и все, что есть там, есть и здесь. То есть, в принципе, вы избавлены от необходимости что-то искать. Все, что необходимо вставить, закрутить, свинтить и смонтировать, есть в запасе у этой фирмы. Ну и удача. Наглядная демонстрация работы фирменных сантехников от «Водомера». Ну вот мы действительно видим, как вы работаете. То есть, вот для каждого заказчика у вас будет свой чек, получается, да? Да, получается, да. Три адреса. Три адреса, и вот вы набрали всего. То есть, берете у себя здесь вот на складе, получается? Да, берем у себя на складе. Получается, что бегать никуда не надо, вы полностью... Да, полностью материал у нас есть, ну, все как бы обеспечено, все точки. Естественно, это счетчики Битар. Как они себя зарекомендовали? Ну, в принципе, зарекомендовали неплохо они себя. Брака как бы нету по отношению к другим счетчикам. То есть вот человек сейчас может просто позвонить, сидя на диване, вы приедете, сделаете обмер, все возьмете с точностью до миллиметра, и человеку не надо ни бегать, ни искать, ничего. Да, просто сделать заявку, мы подъедем, сделаем обмер, тут же приедем, поставим. Ну, так, естественно, у себя. Да, конечно, тут материал весь есть. Когда мы к вам обращаемся, мы можем просто получить вот этот самый золотой офис на диване, то есть... Ну, подумал я, что пора поменять. Позвонил в одно единственное место, и мне сделали все. Конечно, такие услуги мы оказываем. Все, что находится в квартире у человека, связанное с сантехникой, мы довольно легко, просто, быстро меняем. И эта замена
особых неудобств клиенту не доставляет, потому что приезжают профессионалы, которые каждый день выполняют эту работу. И ну, для кого-то сложно установить водомер, для нашего мастера это дело полчаса времени. Полчаса времени, и счетчик у вас поставят. Два водомера, час, ну полтора часа. Замена труб тоже она занимает там от одного часа до 5-6 часов. Ну, короче, зависит, конечно, все от объема, какие объемы работ. То есть делаем быстро, качественно, с гарантией 4 года. И фирма застрахована на случай утечек, если вдруг случайно произойдет затопление какой-то квартиры. У нас заключен со страховой компанией договор, по которому мы можем возместить ущерб. Причем суммы вполне хватит и на ремонт, и своей, и затопленных квартир. Вам шабашник с улицы сможет это сделать, а? Профессионализм – вот главный принцип работы, и он в водомере на должном уровне. А еще здесь все по-честному. Вас не обсчитают, не впарят в куфель, купленный на распродаже, ибо, как вы уже поняли, все свое. Мало того, в случае с водными счетчиками, например, фирма «Водомер» работает только с лучшими, битаровскими, самыми надежными и зарекомендовавшими себя. Но это тема отдельной передачи. Главное, обращаясь сюда, можно быть абсолютно спокойными за деньги, так как лишнего не возьмут. И за качество. Гарантированное качество произведенных работ. Конечно, вы правильно делаете, что никому не доверяете, всегда проверяете. Ищите, где подешевле. Но дешевле самого дешевого только не в Магнитогорске. Потому что практически на все наши торговцы накручивают, ну, это минимум 50%. Вот так-то. Но мы сначала сюжета озвучили вам вопрос. Можете ли вы ничего не делать, сидя на диване, вызвать себе специалиста, честного специалиста? И вот вам ответ. Да, специалисты от фирмы «Водомер» вот сюда приезжают. Это называется стройдвор. Вот здесь вот есть специализированные павильоны. Они здесь все берут полностью, весь перечень. Естественно, ставят вам. То есть вопрос решается. И вы уже не затопите своего соседа. И вы уже, да, не получите того удовольствия от порванных батарей. Потому что то, что у нас в теплоносителях, оно, извините, такого черного, не смывающегося цвета. Потому что люди работают надолго и с гарантией. Гарантия серьезная, мало того, все еще застраховано. Теперь, чем привлекает вот эти два павильона, которые здесь на стройдворе находятся, 42 и 143. Так вот, они привлекают, во-первых, полным перечнем всего, что вам необходимо. Ну, это если вы все-таки решили заработать на сантехнике, то есть быть сантехником, по сути. И для тех, кто хочет здесь вместе с водомером работать, есть и замечательные 25% скидки, то есть дешевле дешевого самого. Но, конечно, 90% людей, да не 90-95% людей, ну, с трудом понимают, что такое разводной ключ. Поэтому просто набираете номер телефона, который я вам сейчас покажу, к вам приезжает специалист и делает ту часть ремонта, которую необходимо делать всегда. То есть сначала поменять все трубы, водомеры и батареи. И после этого еще лет на 50, ну вы-то, наверное, уже не запомните, а вот ваши дети вам скажут спасибо.